Ну вот очередное утро в моей комнате. А я, как обычно, уже с утра не сплю. И все это из-за этих черепашек, которые уже один раз меня намазали зубной пастой. Теперь я просыпаюсь рано-рано и слежу, чтобы в мою комнату больше никто не зашел. Хотя очень хочется спать. Ой, моя любимая сосочка. И приходится теперь всегда быть внимательным. Всем привет, зрители Потапа. Я очень рад вас всех видеть. Извините, что начинаю свою программу с постели, но просто я еще до конца не проснулся. Ой, боже, кто же мне поможет справиться с этими черепашками? Звал меня босс Молокосос. Доброе утро. О, Мауи, это ты? Конечно я, ты же сам позвал боженьку. Ух ты, мне только стоило подумать, и ты уже появился. Но ты же сам просил какого-то боженьку, вот я и появился. Это потому что мы все живем у океана, а в океане бог это я. Вау, это так классно. Ну ты, босс Молокосос, для начала соску вынь изо рта и переоденься, а то как-то неудобно с тобой разговаривать. Я даже не понимаю, что ты мямлишь. Ну да, конечно, я сейчас, 5 секунд. Ну все, я готов. Ух ты, Мауи, я очень рад, что ты появился у меня. Но ты же только полубог, значит ты не все сможешь сделать. Я могу многое. Зря ты во мне сомневаешься. А хочешь, я тебе кое-что покажу, чтоб ты не сомневался в этом? Ну да, конечно, хочу. Покажи, пожалуйста, что-нибудь. Ну, во-первых, я могу превратиться в любое существо. А ну покажи, пожалуйста, превратись в кого-нибудь. Мне очень будет интересно посмотреть на это. Запросто. Считай до 3 и смотри. 1, 2, 3. Ух ты! Вот этого я не ожидал даже. Ну вот, я же тебе говорил, хоть кого. Хочешь собаку, хочешь птичку, хоть кого. Мне без разницы, потому что я в хоть кого могу воплотиться. И кроме всего этого, еще кое-что могу. Хочешь, тебя развеселю? Ну давай-давай попробуй, я очень хочу с утра повеселиться. Ну смотри, тебе сейчас будет очень-очень весело. Вот так тебе. Вот, ох, перестань, Маршал. Вот так тебе, вот так. Ой, Маршал, перестань, пожалуйста. Маша, перестань, ты что делаешь? Ну все, Мауи, перестань, хватит, давай превращайся обратно. Верю, верю, что ты можешь превратиться в любого. Ха-ха-ха-ха. Вот видишь? И не только я это умею. Сейчас я тебе еще кое-что покажу. Закрой глаза на минутку. Давай, только не очень страшные. Итак, закрываю. Все, закрыл. Ну что, босс Молокосос, я думаю, ты знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Это моя тайная комната, где хранятся призы для подписчиков Потапа, которые мы с ним вместе разыгрываем. И что ты этим хочешь сказать? А ты посмотри, что случится через секунду. Хоп! А-а-а, босс Молокосос! У нас украли все! Смотри! Ничего не осталось в комнате призов! Смотри, пустота! Куда-то все делось! Мауи, не надо этого делать! Я верю, верю! Ты настоящий бог, ты умеешь все! Пожалуйста, верни все обратно! Конечно, верну. Я же не могу подписчиков Потапа лишить таких призов. Я просто тебе показал, что я могу все. Это точно, Мауи. Теперь я знаю, что ты умеешь все. А можешь мне помочь с черепашками? Придумай, пожалуйста, какую-нибудь интересную штучку, чтобы они по утрам не мазали меня зубной пастой. Конечно, я тебе помогу. У меня есть специальный подарок для тебя и для всех тех, кто смотрит канал Потап. Только, ребята, не забывайте подписываться. Нужно обязательно подписаться, чтобы увидеть разные интересные штучки и в особенности меня, бога Мауи. Ну что, босс Молокосос, я тебе дарю вот этот подарок, а Потап тебе поможет с ним разобраться. Итак, друзья, встречайте, подарок от меня. Ух ты, классно, это же Лизун. Спасибо тебе, Мауи. Я буду теперь всегда тебя звать, до свидания. Ох, мы сейчас Потапом сделаем. А потом этого Лизуна я набросаю около своей кровати. И черепашки попадутся в эту ловушку. Ты классно придумал, Мауи. Пока, босс Молокосос. А вы, ребята, если вам нужна какая-то помощь, то включайте канал Потапа и вызывайте меня. Я вам помогу. Пока, я к себе в океан. Ну что, друзья, давайте позовем Потапа и начнем заниматься вот этой интересной штучкой. Распакуем и посмотрим, что же там внутри. А потом у нас получится классный лизун. Я в этом уверен. Потап, Потапушка, ты где? Мы тебя ждем. Все ребята уже собрались у своих экранов. Привет, босс Молокосос. О, что я вижу сзади тебя? Это же лизун. Самый настоящий лизун. Вот тут даже написано слайм. Что мы сегодня будем лизуна делать? Это нам прислал Мауи и передавал тебе очень большой привет. Он сказал, чтобы ты мне помог вот с этим разобраться. Конечно, помогу. И спасибо, Мауи. Я его даже не заметил, как он пролетел мимо. Но ты пока, босс Молокосос, постой-ка в стороне, а мы посмотрим с ребятами. Кстати, ребята, добрый день. Очень рад вас всех видеть. Вы снова у нас на канале. Сегодня у нас, смотрите, новый игровой набор. И непростой. Это подарок от бога Океании, Мауи. Ну, сейчас посмотрим, какой лизун у нас получится. И сделаем вот такую вот штучку. Посмотрите, как она сквозь пальцы пробирается. Вот так вот растягивается. Ух ты!
Вот так вот должно все получиться. Потап, ты сделаешь этого лизуна, а потом я с этой штукой приготовлю сюрприз для черепашек. Ну что, друзья, давайте займемся этой коробочкой. Посмотрим, что же тут внутри нас ждет. Итак, все вынимаем и смотрим. Ну вот, друзья, все перед нами. И инструкция, в которой все описано, как нужно сделать. Тут у нас получается клей, активатор, тарелочки, стаканчики, красочка, ложечка, палочки. Какие интересные, вот такими палочками, я помню, мороженое раньше кушал. Тарелочка вот какая, и в тарелочке всякие блестяшки. Ух ты, интересно узнать, что у нас получится. Сейчас мы с этим всем разберемся. Потап, не тяни, не тяни. Да не тяну я, подожди, видишь здесь сколько всего, надо же разобраться. Ну ладно, не буду тебе мешать. Итак, друзья, начинаем. Берем вот этот вот клей, потом мерный стаканчик. Тут все будем делать по инструкции. Откроем и добавим вот в этот мерный стаканчик. Вот так вот аккуратненько. Все по мерке. Тут специальная мерка есть. Теперь это все в тарелочку. Вот так вот. О, аккуратненько. Отлично. Теперь сюда добавляем водички. 20 миллиграмм. Смотрим все по мерке. Вот. Обыкновенная вода. Тепленькая водичка. И тоже ее в тарелочку. Вот так вот. Потом это все перемешиваем специальной палочкой. Вот такой вот. Вот так вот. Аккуратненько все размешали. Давайте попробуем добавить сперва вот таких вот серебристых. Чуть-чуть. Полпакетика. Вот. Добавляем сюда. И мешаем дальше. Вот так вот. Ух ты, как получается. Смотрите, ребята. Такая интересная жидкость. Серебряная такая. Ох ты, как классно. Вот такая вот интересная у нас получилась жидкость. Готово. Давайте попробуем еще добавить синенькой красочки, чтобы было цветное и очень красиво. Для этого открываем баночку. Оп, баночку краски. Берем специальную ложечку. И давайте допустим туда целую ложку, чтобы было красивее. Вот так вот, чтобы был яркий-яркий цвет. Все тщательно перемешиваем с этой красочкой, чтобы была однородная масса, блестящая. А теперь пришло время добавить вот этого активатора. И тогда эта жидкость у нас должна закрепнуть и получится настоящий лизун. Итак, открываем. Его нужно, активатора, граммов 5, не больше. Его не надо так много. Сейчас посмотрим, как у нас все закрепнет. То это добавляем сюда. Оп, и теперь тщательно все перемешиваем. Сейчас, друзья, у нас должно все с вами вместе закрепнуть. Смотрите, уже крепчает на глазах. Ух ты! Это у нас последняя штука, которую нужно добавить. Посмотрим, какой теперь у нас лизун получится. Главное хорошо размешать. Смотрите, он прям засох моментально. Ух ты, какой стал, смотрите. О, уже даже не мешается. Какой твердый-твердый. Вот какая штука получилась, друзья. Смотрите, блестящая синяя штучка. Ну а теперь попробуем это все. Ух ты! Надо теперь это все вытащить. Ой, какая твердая штука. Итак, теперь все вынимаем вот так вот отсюда. Посмотрите, друзья, какая классная штучка получилась. Ну что, друзья, вот такая вот штучка получилась у нас. Вот такой вот синенький лизун. Посмотрите. Ух ты! Классная штука. Опа. Опа. Ух ты. Настоящий лизун. Еще блестящий какой. Классно. Мне очень понравилась, друзья, такая штука. Посмотрите. Вот такой вот лизун, друзья, у нас и получился с вами. Очень красивый, цветной. Вот так вот. Ну что, положим эту штуку вот сюда. А мы сделаем сейчас с вами лизун другого цвета. Итак, синенький пока я закрыл. Пусть лизунчик синий постоит в стороне. Мы теперь попробуем сделать вот такой вот фиолетовый мерочный стаканчик. Наливаем туда клея. Вот так вот. Вот достаточно. Давайте теперь в другую тарелочку. Достаем водичку. Вот у нас она вот в этой бутылочке. Наливаем теперь водичку. Ее тоже в тарелочку. Все это тщательно перемешиваем. И сейчас добавим фиолетовые блестяшки. И добавим их побольше, чтобы было красивее. Вот так вот. Мешаем дальше. Вот, отлично. Итак, аккуратно все мешаем. Вот так вот. Вот-вот. Молодец, Потапушка. Мешай-мешай получше, чтобы наш лизун был самый лучший. А этот цвет мне даже больше нравится, чем тот блестящий. Краски не забудь добавить. Все добавлю, босс-молокосос. Любишь ты учить? На то я и босс, Потапушка. Давай-давай, мешай. Не забудь потом еще добавить активатора. Да все я помню хорошо. Сейчас перемешаю.
добавлю чуть-чуть краски. Ну хорошо, не буду тебе мешать. Буду лучше наблюдать со стороны. Ребята, а вы в это время, пока Потап мешает, можете подписываться. Не забывайте ставить лайки и обязательно комментарии. Ну все, Потап, не буду тебе мешать. Сейчас добавим красочки, и будет у нас цветная штучка. Побольше краски, чтобы было красивее. Все перемешиваем, чтобы краска тоже хорошо размешалась, и все стало синеньким и фиолетовым. Вот так вот. Ох ты, как четко все получается. Вот так вот получилась однородная масса. Нужно добавить активатора. 5 миллиграмм. Добавляем. Вот так вот. Итак, добавили активатора. Сейчас у нас должно все затвердеть, друзья. Итак, мешаем очень быстро. Уже на глазах твердеет. Смотрите, друзья. Прям все твердеет на глазах. Итак, друзья, смотрите. Все у нас затвердело. Теперь достаем все отсюда. И вот такой, друзья, у нас получился еще один лизун. Это уже другого цвета, с фиолетовыми блестяшками. Смотрите. Ух ты, какая штука. Вот так вот. Опа. Хопа. Хопа. А еще давайте попробуем соединим. Возьмем вот с такими блестяшками. И с такими. И соединим в одно целое. И что у нас получится, посмотрим. Вот такой вот, друзья, у нас получился лизунчик. Вот как он растягивается. Смотрите, какой большой может получиться. Ух ты! Потап, давай лизуна сюда, пока черепашки не видели. Сейчас я тебе покажу, куда положить. Какой классный лизун получился, конечно. А что ты хочешь сделать, боц-молокосос? Я никак не пойму. Зачем тебе, куда ты его положи? И что ты хочешь сделать с черепашком? Я тоже не понимаю. Сейчас все поймешь. Вот сюда вот положи мне поближе к кровати. Пусть лизун выглядит как коврик. Ох, какой он классный. И какой, смотри, какой интересный коврик получится. Такой блестящий, интересный. Хоп. Вот сюда вот эти я положу. Отлично, Потапушка, классно получилось. Вот хоть бы они сюда наступили. Да, они сюда наступят и... О, они просто приклеятся сюда. Это мне и нужно. Ну все, ладно, Потап, не мешай, иди к себе. А я буду сейчас ждать черепашек. Ну что, он там уснул? Пойдем проверим. Пока Раф убежал в ванную за зубной пастой, посмотрим, спит ли босс-молокосос. Пошли, обмажем его сегодня еще сильнее, чем в прошлый раз, чтобы было еще смешнее. Ха-ха-ха-ха, пошли. Ой, смотри, какой-то коврик у него новый появился. Потап, наверное, ему подарил. Ну пойдем. Ух, даже приятно ходить по этому коврику. Ох, какой он мягкий. Да я тоже попробую. Я тоже хочу пройтись по этому коврику. Что такое? Что такое? Мы прилипли. Мы прилипли. Это же клей. Это клей. Ну что, подлые черепашки, попались? Ха-ха-ха. Вот я вам и отомстил. Теперь всегда будете тут стоять. Вы просто так не отлипнете. Ха-ха-ха-ха. Вот и попались. Теперь я вас тоже наказал. Ла-ла-ла-ла-ла. А что же делать? Как отсюда теперь нам вылезти? Мы приклеились. Раф, помоги нам. Раф, где ты? Динозаврики, вытащите нас отсюда, пожалуйста! Босс-молокосос, отпусти нас, мы больше не будем. Скажи, как отклеиться теперь нам отсюда? Мы больше не будем над тобой смеяться, босс-молокосос, пожалуйста, отклей нас. Ну, пожалуйста, мы тебя очень просим, босс-молокосос. Вот так вот вам. Будете теперь знать, как надо мной смеяться. Я тут босс. Ну ничего, ничего, постойте часик. Но сейчас я разыграю своих пупсиков для наших подписчиков, а потом вас освобожу. Только, пожалуйста, не забудь. Ладно, давай, разыгрывай быстрее. Подписчикам Потапа сейчас будет очень приятно. Они сейчас узнают, кто победитель и кому достанутся пупсики. А мы ради победителей готовы даже 2 часа постоять. Только не забудь про нас, босс-молокосос, хорошо? Да не бойтесь, ничего не забуду. Сейчас начну розыгрыш. Здравствуй, Потап, помоги нам, пожалуйста. Посмотри, какую нам западню придумал босс-молокосос. Пожалуйста, помоги, а то у нас уже начинается розыгрыш. Мы ничего не видим. Босс-молокосос ушел, сказал, только потом нас освободит. А мы тоже хотим узнать, кто выиграл. Пожалуйста, помоги нам. Потапушка, мы тебя очень просим. Ну, конечно, помогу. Ух ты, вылезайте, вылезайте. Ой, какой классный лизун у нас получился. А я думаю, зачем это он все придумал? Оказывается, он просто хотел вам отомстить, друзья. Спасибо тебе, Потап. Ну что, пойдемте быстрее смотреть, а то конкурс уже начинается. Побежали! Ну что, друзья, я думаю, вам понравился такой лизунчик. Вот видите, если вам нравится смотреть на такие вещи, которые мы делаем с боссом-молокососом, пишите в своих комментариях. Мы будем придумывать разные вещи, которые можно сделать своими руками. Посмотрите, какой лизунчик у нас получился. Вот он какой красивый, как сильно растягивается. Вот как. Посмотрите, его можно растянуть на всю квартиру, этот лизун. Ну что, друзья, вы готовы? Сейчас будем объявлять победителя. Итак, первый розыгрыш. Посмотрите на нее. Ну что, начали! Победитель. Это канал Мистер Эдди, от которого мы получили комментарий с
спасибо за утешку, но удачи всем остальным. Именно и этот победитель получает этого пупсика. Интересный комментарий. Спасибо за утешку, но удачи всем остальным. И именно этот комментарий и этот победитель у нас сегодня получает вот этого пупсика. Посмотрим теперь, кому достанется этот пупсик. Итак, второй розыгрыш. Начали. И этот пупсик достается каналу Елена Прекрасная, которая написала комментарий «Хотелось бы выиграть». Посмотрите, как получилось классно. Написала «Хотелось бы выиграть» и точно выиграла. Итак, Елена Прекрасная, это твой приз. Ну вот, друзья, на канале Потап и очередных два победителя, которые стали владельцами этих пупсиков. А чтобы их получить и как с нами связаться, обязательно прочитайте в описании этого фильма. Ну а всем остальным, чтобы были все в ожидании, мы продолжаем, и я назначаю еще один розыгрыш. Посмотрите, что будет разыгрываться в следующем розыгрыше. Итак, это новый приз. Посмотрите, какой классный пупсик, правда? Всем его хочется. А выиграет только один. Чтобы участвовать в конкурсе, надо обязательно подписаться, поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Итак, друзья, я объявляю новый конкурс. Кто победит, получит вот этого пупсика. Кому же достанется этот пупсик и такая миленькая собачка?